Доброе утро всем еще раз. Извините за наше опоздание. Так, у нас сегодня 13 глава, текст 23. Да? 23? Да. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня 24 стих. Итак, песня 1, глава 13, текст 24. Глава называется «Дритараштра покидает дом». Давайте почитаем. Нету текста, да? Давайте пока. Агнир, ни сришто, даташ, ча, гаро, дараш, ча, душитах, хритам, кшетрам, данам, ешам, тад, датаир, асубхих, кият, агнир не зришто даташча, агнир не зришто даташча, гаро дашашча душитах, гаро дарашча душитах, хритам кшетрам данам ешам, хритам кшетрам данам ешам, таддатаир асубхир кият, таддатаир асубхир кият, агнир нисришто даташча, гаро дарашча душитах, хритам кшетрам данам ешам, таддатаир асубхир кият, хритам кшетрам данам ешам, таддатаир асубхир кият. Даташча, Гародарашча душитаха, Хритам кшетрам данам ешам, Таддатаир асубхир кият. Матаджи. Даташча, Гародарашча душитаха, там кшетрам данам ешам, таддатаир асубхир кият. Все? Гародарашча душитаха, там кшетрам данам ешам, агних, огонь, не срештах, зажженный, датах, данный, ча, и, гарах, яд, дарах, законная жена, ча, и душитах оскорбил, хритам захватил, кшетрам царство, дханам богатство, ешам тех, тат их, датаих данные им, асубхих пропитание, кият не нужно. Перевод. Разве можно так опуститься, чтобы жить на подаяниях тех, кого ты пытался убить с помощью яда и поджога? К тому же ты оскорбил одну из их жен,
и присвоил их царство и богатство. Комментарий. Согласно религии Варнашрамы, определенный период жизни должен быть посвящен исключительно самоосознанию и обретению спасения в человеческой форме жизни. Это обычная практика, однако люди, подобные Дхритараштре, и в преклонном возрасте хотят оставаться дома, даже если для этого нужно опуститься до того, чтобы жить на подаяниях от своих врагов. Видура хотел указать на это Дхритараштре и заставить его почувствовать, что лучше умереть, как его сыновья, чем принимать такие унизительные подачки. 5000 лет назад такой Дхритараштра был только один, и в наше время подобные Дхритараштры есть в каждом доме. Особенно политики не хотят оставлять свою политическую деятельность, пока не попадут в безжалостные руки смерти или пока их не убьют противники. Привязанность к семье до самого конца жизни – это самая последняя степень деградации человека. И поэтому даже в наше время так необходимы видуры, чтобы просвещать таких Дхритараштр. Агних не сришта даташча гароу дарашча душитах харитам кшетрам данам кшиям тададай расубхир кият. Разве можно так опуститься, чтобы жить на подаяниях тех, кого ты пытался убить с помощью яда и поджога? К тому же ты оскорбил одну из их жен и присвоил их царство и богатство. Омагьяна Тимирандасия Генанджана Шавакая Чакшури Миритам Йената Смай Шри Гурувейна Маха Шри Читани Манам Хиштам Стапитам Йена Бутали Своям Рупа Гадам Айям Дадати Свапа Дантикам Джай Шри Кришна Читани Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васуди Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, Дхритараштра, с ним беседует Видура. Как мы узнаем из следующего стиха, из комментария Шрилы Прабхупады, Видура – это саду. Саду значит резать, обрубать, да? Рубить с плеча иногда. И он открыт. Есть тоже правдолюбцы в этом мире, которые тоже любят рубить с плеча, но делают они это, чтобы возвысить себя и принизить других. Да? Чтобы причинить боль. Вот в этом смысл их правды. Они используют правду как способ стать кем-то выдающимся, выделиться из общей массы. Но саду он это делает из сострадания. Говорится, саду описывается, в Ведах описывается отношение саду к проявлениям трех гун материальной природы. Кто помнит, как они относятся к гуне благости? Саду святые. Они любят гуну благости, они стремятся к ней. Они себя как в своей тарелке чувствуют, как рыба в воде в гуне благости себя чувствует. Краджа гуни, гуни страсти, как они относятся? Равнодушно. Ко всем проявлениям страсти они относятся равнодушно. В том числе и к еде в гуне страсти. То есть ко всему. Ко всему. И в гуне невежества, как они относятся? Что скажем? А? Что, не любят? Это мягко сказано. А? Ну, понятно, да, избегают. Саду относится к гуне невежества резко противоположно, резко отрицательно. Они не то, что
так, да, избегают снисходительно или как-то так терпимо, они резко отрицательно относятся к невежеству. И слова Видуры, все, что мы вот сейчас читаем, они продиктованы вот этим отношением. Дритараштра в полном тамасе. Все. Мало того, что тело у него в тамасе, у него сознание в тамасе. Знаете, порой тело, да, может быть, в тамасе, оно болеет. Это болезнь тоже тамас. Вот. Ум может быть в тамасе. Уму хочется там забыться, так скажем, да, забыться. Тамас. И разуму хочется быть в тамасе. И разуму хочется, как бы, чтобы односложное поведение было у человека, амебы. Вот там. Просто так, так. В гуне благости тоже этого хочется, чтобы было все просто. Да, вот у гуну благости и сатва гуна, они очень похожи. Они как братья-близнецы. Но от разных матерей. Похожи бывают люди, да, знаете, похожи. Вот. У меня есть знакомый, который организовывал в свое время встречу, фестиваль близнецов, близняшек, двойняшек, там вот у нас в Питере проходил этот фестиваль. Ну как это, встреча, надо было как-то людей занять. Вот. И попадались люди, которые он реально выискивал, ему попадались похожие друг на друга люди, иногда он их раз собирал, говорит, так, скажите, что вы близнецы, все? Так, давайте так договоримся. Люди правда похожи, весьма. То есть, ну, и сатва-гуна, с тама-гуна они очень похожи. Поведение человека в тама-гуне, в сатва-гуне очень напоминают. Они оба безмятежны. Они оба безмятежны, только с различным знаком вначале, минус или плюс. Вот. То есть Дритараштра тоже сидит в доме, в царском доме, безмятежный такой, спокойный, там, ничего особенного, на танцы его не тянет, там, на какое-то увеселение его не тянет, он себе спокойненько живет, как крот. У меня всегда ассоциация была вот с Дритараштрой, как с кротом. Вот, злостным кротом, таким злючим, злющим кротом и недалеким. Вот. То есть, что бы делал человек внешне, если так вот отвлеченно описывать поведение Дритараштры, не называя всю предысторию, контекста не указывая и так далее, другому какому человеку он скажет, так это достижения какие-то, он безмятежен, живет там. Но на самом деле все страсти у нее кипят внутри. Он испытывает все, что говорит ему Видура, он испытывает внутри, переживает это. Он понимает, что каждый раз, когда ему приносят еду, он понимает, что это объедки со стола Пхимы. Ну и немножко он заглушает эти мысли. Человек в тамасе, он заглушает мысли. Вот еще в чем разница. Человек в тамасе, он не открыт к зову сердца, то, зову сферы души. Он закрыт, он заглушает это всякими способами. Ни один из них не связан с Кришной. В гуне, сатва гуне, человек безмятежен. И он безмятежен, потому что, наоборот, он открыт к зову сверх души. Сверх душа постоянно говорит с нами. Понимаете, то, что нам кажется, что она с нами не говорит, это не означает, что она с нами не говорит. Она говорит с нами постоянно. Всегда. Кришна любит говорить. Хотя сверхдуша, в принципе, она нейтральна, она как наблюдатель говорится. Но мы знаем из четвертой песни, с истории царя Пуранджаны, там предстает сверхдуша как браман, который всегда был. И душа спрашивает, кто ты? Пуранджана спрашивает, ты кто ты? Говорит, да я ваш друг семьи, говорит, давно, я всегда с тобой был. То есть, это нам история о Пуранджане говорит, что душа, сверхдуша, она не столь нейтральна. Она все-таки принимает участие. Она говорит, она к нам обращается. Мы ей не безразличны. То есть, если она нейтральна, слово нейтрально и безразличны не синонимы в данном случае.
она нейтральна, потому что она одинаково относится ко всем. Кришна об этом сам в Гите говорит. Но из любви этот локализованный аспект Кришны, да, он обращается к нам. Итак, вот в этом разница, разница во внутреннем мире человека. Внешне может быть такой... Внешний человек в тамасе, он инертен из-за тупости ума, из-за пресыщенности какими-то чувственными наслаждениями, из-за такой жирком заплывает ум, он инертен, ум сам инертен. Вот. Саттва-гуни, наоборот, человек умиротворен, потому что понимает, некуда спешить. Он в знании находится. Он понимает, что он находится в руках времени, вот его судьба, он получит то, что он заслужил, ни больше, ни меньше. Все определено. И он при этом не фаталист, он при этом знает, что все зависит, будущее тоже зависит от него. Есть, была такая категория, не знаю, может, и сейчас есть, фаталисты. Такое направление, движение такое. Они все такие фаталисты и пофигисты. По-другому не назовешь. Они думают, что это люди из тамаса, это тамасичное верование, шудр, которые получили часть и ведического знания, и поскольку они, их сознание в тамасе находится, то образ жизни в тамасе у шудр, они переиначили это знание, обратили в свою пользу, чтобы удобнее было жить, чтобы совесть не мучила. Опять-таки же, человек в тамасе, напомним, он заглушает голос совести, голос сверхдуши. Почему шудрам не давали раньше в ведическое время изучать веды? По одной простой причине. Шудра использовал веды в своих низких интересах. Даже о высоких интересах речи не шло. Там у какого-нибудь там человека с более высоким сознанием, там он вверх начинал смотреть. То есть там на райские планеты, на высшие планеты, какие-то высшие достижения. А шудра ограничивалась тем, что о, ведическое знание, вот здорово. Вот теперь можно хорошо, простите, я назову вещи своими именами, пожрать, поспать. Да? Все. Как в семье свиней. Совокупление, еда, сон, оборона. Все. И действительно, шудры очень, они, что приводит еще, что дает тамас? Страх. Да? Страх, а сильный тамас уже не дает даже страха. Человек закрывается, он как философия страуса. Я недавно узнал, что сколько куплено по поводу страха в России бейсбольных бит за год, за 2014 год. 400 тысяч бейсбольных бит куплено. И всего один бейсбольный мяч. Честное слово. Это статистика. Это мы можем понять, что 400 тысяч бит, имя, все 400 тысяч бит играют в один мяч. Трудно в это поверить. Видимо, только один играет бейсбол, а остальные ради страха купили. Из-за страха. Ради самообороны. Вот. И, значит, Дритараштра в полном тамасе. Это еще низшие гуны нас накрывают еще за оскорбление преданных. Если мы уже даже преданные сами, вот, на нас даже больше ответственность за оскорбление, поскольку у нас есть знания о том, как нельзя поступать. Хотя, конечно, говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, но тем не менее, чем больше знаний, тем больше ответственности. И Дритараштра, он деградировал из-за оскорблений пандавов. Смотрите, он... И Видура ему напоминает, что ты не просто так оскорбил, у тебя, говорит, всю жизнь ты на это положил. Он положил жизнь, он говорит... Ты их еще детьми пытался отравить ядом,
сжечь и так далее. Вот. Мы помним, там Пхиму хотели отравить, но благодаря этому Пхима, так сказать, выжил и стал еще более могущественным, когда к змеям попал, к нагам. Вот. Его отравили и сбросили вниз, в воду. И наги там, он там всех раскидал. Там. Вот. И кто же, да, царь, главный наг, я не помню, как его звали. А? Нет, Шишинага. Ну, Шишинага. Вот. И в итоге Пхима стал более... Он перестал на яд, по-моему, реагировать, и ему были даны какие-то еще особые силы. Но, тем не менее, Видура напоминает Дхритараштре, ты вообще с детства их пытался, с детьми, тебе должно быть стыдно. Ты не просто как-то мимолетные эмоции, ты их за что-то вот ненавидел. Ты жизнь положил на это. Ты у них их пытался убить, отравить там специально. Представляете, надо было построить специально, затеять дом, дворец маленький построить, чтобы для того лишь, чтобы его сжечь вместе с его жителями. Это же не просто импульс какой-то. В состоянии аффекта он пытался им сделать. В состоянии аффекта он построил им дворец, и в состоянии аффекта пытался их сжечь. Нет, это не просто так. То есть этому нет оправдания. Вот. Говорится, ты оскорбил их жену, что является священной, как бы. Жена – это лучшая половина мужа. И любой муж знает об этом, нормальный муж. Вот. И оскорбить – это как бы, само, что его оскорбить. И, притом в таких обстоятельствах, которые нам известны. Его пытались прилюдно даже раздеть. Но Говинда спас ее от позора. Он фактически на какое-то время присвоил их богатство, царство, все. Вот. Из-за своей привязанности. Из-за своей привязанности. Вначале им руководила, видите, раджа-гуна, она, гуна страсти, она рано или поздно приводит к тамасу, к невежеству. Если это, хотя раджа-гуна является путеводной нитью в сатву, но тем не менее, если человек не преданный, он не попадет в сатву. Если у него нет благочестия, вот, у него, он останется в там, он упадет в тамас. Это будет, знаете, как это, попытка прыгнуть вверх, не удается, да, не допрыгивает человек. И приземляясь на то же место, под ним пол проваливается, он ниже падает. Видели такое, да, там, в кино там? Раз, подпрыгнул и провалился еще. И так же вот человек в раджа-гуне. Чем ярее попытки попасть куда-то, там, выбраться, достичь цели какой-то в раджа-гуне, по итогу это заканчивается приземлением на то же место, и это место под ним проваливается, и оно опускается в тамас. Вот, для человека, но для тех, кто был в тамасе, это хорошо, раджа-гуна – это хорошо, потому что Шрила Прабхупада говорит, это путеводная нить в сатву. То есть люди хоть что-то даже будут делать. Вот. Какая-то деятельность должна быть. Шрила Прабхупада дал нам деятельность также. Это не значит, что это раджа-гуна. Мы не должны путать, когда говорим о деятельности. Вот. Прабхупада говорил, я вам дал распространение книг, чтобы вообще, иначе вы бы в храмах там себя сидели, спали бы, ели. Ели бы и спали. Но нельзя путать эту деятельность, это трансцендентная деятельность. Мы ее окутываем, сами облачаем в гуны природы. Она по себе, сама по себе, она трансцендентна. Мы не трансцендентны. Так это преданные напутают что-то, называют оскверненным, хотя они сами оскверняются, сами осквернены. Как кто-то мне недавно сказал, там, Лата, просад нельзя в крематории, там, в морг заносить, он оскверняется. Это мы оскверняемся, когда туда заходим, дай Бог нам не осквернится. А просад, его попробовал Кришна, то, чего коснулся Кришна, не может быть осквернено. Вот. Как...
Читание Чандра Чаван Прабху рассказывал про Джаганнатха Пури, про кто-то из преданных там одного из священников Джаганнатхи спросил, почему с вызовом так, что это вы нас не пускаете туда, мы преданные Господа. Этот преданный Джаганнатхи взял, уронил просад на землю, где грязь там, говорит, поднимешь, съешь с таким же удовольствием, как в собственной тарелке, я тебе поверю. Сначала научи относиться ко всему тому, что, чему прикоснулся Кришна, как к трансцендентному, как неоскверняемому. А потом будем говорить дальше. Ну и преданный, естественно, тот, я не помню, поднял, ну не так важно, сам факт, урок, преподал он ему урок. Вот. И не означает так же, я говорю, мы не должны имитировать это. Кидать просад в грязь и тренироваться. Так, в грязи, так, теперь так. Смогу, не смогу. Нет, это тоже не наш метод. Этот метод тамаси. Это не наш метод. У нас метод только сатвагуна минимум. Вот. Да, и мне сказали, нельзя заносить просад там в морг, вот в крематорий. Это спекуляция. Я сам не присутствовал при этом разговоре, но мне хотелось спросить, кто вам это сказал. Скажите, кто вам это сказал? С чего вы взяли? И я поделился с другим преданным, я говорю, вот так-то говоря. Он говорит, это мы оскверняемся, а не просад оскверняется. Преданный как бы и на у преданных, которые недостаточно зрелых преданных, у них немножко повернуто понимание, немножко под другим углом видит, противоположным углом. То есть не совсем верно. Вот. Итак, значит, деятельность наша, она не является, не принадлежит к гунам природы. Это мы пока в гунах природы, и мы можем ее воспринимать как раджа-гуну, тамагуну, сатва-гуну. Как некоторые из братьев-боги Прабхупады, духовных братьев, говорили, Прабхупада, распространение книг, это, который дал Прабхупада, это, говорит, карма-канда. О, нет, это не карма-канда, карма, они говорили. Это карма-йога, все нормально. Так, типа, нормально, это карма-йога, потом это, то есть это этап. А на самом деле то, что дал Шрила Прабхупада, это и цель, и средство. Вот. Шрила Прабхупада, более того, он сказал, что мы распространяем книги, мы вообще проповедуем в духе гопи. Его спросили, как это в духе гопи. Шрила Прабхупада объяснил. Кто-то знает, что значит в духе гопи распространять? Как гопи распространять сознание Кришны? Книги, святое имя. Гопи не знают? Нет? А? Не, ну не только гопи в экстазе. Другие тоже в экстазе преданные. Как? Что значит распространение духи гопи? Дживарадж? Дваракарадж? Не знаю? Ну, потому что у тебя меньше все видно. Ты внимательнее всех слушаешь. Я знаю. А? Тепло, да. То есть все, что происходит вокруг, оно связано с Кришной? Не, ну почему в гопе? Пастушки тоже видят это так же. А почему именно гопе? В принципе, все равно, что делать для Кришны. Тоже тепло. Не дело в том, что гопи оставили все ради Кришны, даже собственный престиж. Даже религию варнашрама, как Прабхупада называет, варнашрама дхарма, устройство религии. Варнашрама дхарма. Они оставили все. Даже статус благочестивых жен ради Кришны. Они пожертвовали для Кришны всем немыслимым даже. Это и так и Прабхупада и говорил. Распространяйте сознание Кришны в духе гопи. Вон. Итак, сейчас слова
Видуры предназначены для чего? Вот в контексте того, что мы сказали про гуны природы. Вот в тамасе. Вот находится Дритараштра в тамасе. Ну да, мы говорили о том, что он оскорбил, тот, кто оскорбляет, он падает. Всегда деградирует. Оскорбитель всегда деградирует. Не было ни одного случая оскорбителя, когда бы он не деградировал. Даже в рамках, даже если человек совершает какое-то, даже не оскорбление, называется, ну, проступок, да, или как-то что-то вроде этого, находясь на чистом уровне. Если у него развита раса с Кришной, он отойдет на расу ниже, где интенсивность его чувств экстаза ниже. Если он Мадхура расе, он пойдет ниже, на Ватсале. То есть в Ватсале он пойдет на... Поэтому говорит Рупа Госвами Бхакти Расамрита Сингх. Нектар преданности. Возложение Шрилы Прабхупады – это нектар преданности. Вот. То есть, или какой-то попадет в нелепую ситуацию как-то так. Вот. То есть деградация будет. И вот говоря о гунах природы, для чего, ответьте, пожалуйста, давайте попробуем ответить на вопрос, для чего Видура все это говорит Дритараштре? Зачем? Он его как бы внешне, он его понукает, он его... Правильно. Чтобы вытащить в раджас, потому что в тамасе нет деятельности. Вот. Вот. А в сатве она тоже отсутствует. Деятельность ради плодов отсутствует такая. Вот. В чистом сатве, в правильной сатве. А так он вытащить в раджа-гуну, чтобы тот как зашевелился. Потому что под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень сатва-гуна не течет. Вот. Нужна деятельность. Он должен быть задетым чем-то. Потому что, по сути дела, иногда люди, приходя в сознание Кришны, говорят, ну, я пришел сам. Совершает большую ошибку. Говорит, ну, как ты пришел? Ну, я вот книги почитал. Я вот совсем согласился. И я принял решение вступить дальше. Это иллюзия. И это я принял решение. Без причинной милости нам не просто круг спасательный бросили. Нам бросили круг, нас к нему привязали, нас за него потянули. Все сделали за нас. Все сделали за нас. Вам не должно казаться, что мы что-то сами там... Вот, мы напряглись, разум напрягли, в кулак благочестия собрали, вот, заложили за один рукав, махнули, заложили за другой рукав, махнули, и у нас там все, царство. По сути дела, если бы мы попытались сами это сделать без милости преданных, неважно каких преданных, неофитов, ни неофитов, у нас бы что получилось? Как она тогда? Косточки... За один рукав кинула, в глаз кому-то выбила. Что-то там какой-то морс, вино налила за другой рукав. И себя намочила, и соседа. Вот. Вот такая это была. Как ее звали? Принцесса какая-то. Принцесса, короче. Вот. Недотепа. Во, принцесса недотепа. То есть вот что бы получилось. Мы беспомощны. Это по милости. Это просто так все произошло стихийно, так быстро, что мы не успели опомниться, как это. Мы не успели как бы проследить, как эта милость наступила. Она всегда наступает неожиданно. Поэтому, ну, из-за нашего еще нечистого сознания мы можем иногда так подумать, что мы сами куда-то пришли. Вот. Самим можно прийти только до тамаса дойти, до раджаса, до нижних гун можно только самим дойти. И то, для этого нужны условия, которые создает тот же самый Кришна. Вот. Итак, Видура говорит все, чтобы человека расшевелить, раскачать Дритараштру, вот, чтобы тот начал как-то действовать, эту путеводную нить в сатву. Он им дальше будет говорить, что ты должен так и так, ты должен пойти медитировать там и так далее. Говорится, что не случайно, в том же Бхагаватам говорится, что в стихах позже, что Дритараштра ушел в Гималаи,
пришел в Гималаи, как бы на их под их защиту пришел, потому что Гималаи дают приют, они дают защиту. Как будто похоже на того, кому дали хорошую взбучку. Вот, он сразу остепенился. И от Видура он получил взбучку. Воин, который, кому дали хорошую взбучку. Отрекся от мира. Так об этом говорится в Бхагаватам. То есть так описывается в итоге поведение Дхритараштры. Что он действительно получил хорошую взбучку от Видуры. И Видура пошел за ним. Видура дальше пошел его инструктировать. Они вместе удалились. Притом тайно удалились. То есть, смотрите, тайно, он отрекся от славы отреченного человека. Вот что достиг Видура. Он не сказал, Дхритараштре, надо очень понять эти вещи. Как говорится, гордость сжигает плоды аскетизма, есть такая фраза. Гордость сжигает плоды аскетизма. Дхритараштра не за обедом, за завтраком не объявил. И так не собрал весь все царство там, всех сказал, так, ребят, я тут решил святым стать. Короче, вот, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, ухожу в горы. Так что молитесь за меня. Если что, как бы, ну, на всякий случай, комнатку мою прибирайте, если вдруг вернусь там, чтобы все было. Нет, он под покровом ночи, никому не сказав, ушел. То есть он отрекся от славы и отречения. Славы, которая приносит отречение. Это по милости Видуры произошло. Потому что отреченный человек, посмотрите, он ведь... Он прославлен. Его в этом материальном мире люди восхищаются отречением людей. Они даже начинают восхищаться какой-то маломальской благотворительностью. Вот, у нас актер Константин, да, Хабенский. Он большой благотворитель, он много, собственно, денег, заработанных своим трудом, да, он потратил для других, ради других. Детей, вот, помог им, чем помогает, чем может, да, вот, тот же там Билл Гейтс, он большой благотворитель, в действительности, он умеет отдавать, это известно, вот. Мне как-то довелось жить с ним по соседству, люди, его, город Сиэтл, и люди, живущие в округе с ним, и в соседнем поселке, так скажем, поселке, да, вот, они отзываются о нем хорошо. Обычно соседи не так отзываются. А других, тем более богач, да, ну, вот, и так далее. Но люди от него отзываются хорошо. Вот. То есть отречение, оно славит человека. Но делает его уважаемым, вот, как говорили про нынешнего папу римского, когда он пришел к себе, как бы он вошел, как это, в кабинет, он приехал в Ватикан с одним чемоданчиком и печатной машинкой, все, вот так, чемоданчик такой, знаете, с которым ГУЛАГ, с ГУЛАГа возвращались, вот такие чемоданчики зэковские, мне действительно похож чемоданчик, но тем не менее, им восхищались. О, это папа необычный. Он отреченный. То есть людей на всех уровнях, всех категорий людей прославляют. Будь то там ты деятель там, искусств, там, будь то священнослужитель. Во всех родах деятельности, на всех во всех сферах человек, ведущий, проявляющий отречение, славится. Не говоря о том, а помните Маршака. Мы сейчас приведем пример. Дядю Степу. Стихотворение. Дядя Степа, Маршак, да, это? Да, Сергей Маршак. Вот. Что говорится? Никто не мог его найти. Кто? Ищет, полиция ищет, пожарные. Никто. Он спас там кучу народу и не хочет, чтобы его за это прославляли, потому что это объективно очень серьезные вещи. Жертвуя своей жизнью, спас других там. Вот. И все, и пропал. Он не ищет славы. Это тоже прославляет. То есть, и это на самом деле вещь, и люди хорошо понимают в материальном мире, что отречение, оно
И люди манипулируют. Чем отличается материалист? Такой. Он будет... Почему качеств как таковых, хороших, Шрила Прабхупада говорил, материалистов нет? Потому что они им не присущи. Они их заимствуют, берут на время, масочку одевают на карнавал, костюм поносить, когда это нужно, чтобы выглядеть хорошо, чтобы остаться в центре внимания. Они очень прекрасным образом манипулируют этим. И снимают нужный момент, когда уже нет необходимости в этом. Вот то же самое, маску отречения надевают, маску отречения снимают. Вот. Но у преданному это все присуще естественным образом, он даже не замечает эти качества в себе. Он для него это просто норма, для него это норма жизни. То есть, когда мы будем переставать как бы видеть грани, о, теперь я сейчас отреченным себя веду, о, здорово. Нет, это уже раджас начинается. Подкрадывается к нам раджас, там типа, дружище, у, ты такой вообще, такой отреченный. Я тобой горжусь, говорит он. Дружище, буду дружить и дальше с тобой. Я тобой, ты молодчина. Вот. Так ум говорит с нами. А что в этот момент мы должны ему сказать? Пошел вон, закрой дверь с той стороны, чтобы я тебя не видел. Надо ум заткнуть. Надо проявлять смирение. Как Бхактистан Сарасвати говорил, вот этот стих из Шикшаштки, Тринада Писуничина. Надо ум бить тапком утром и вечером. Почему утром и вечером? Вот почему он не сказал просто там каждый день бить. Он говорит дважды в день, утром и вечером. Почему? Давайте подумаем. Это мы так, лирическое отступление, но оно важное, я считаю. Ну, понятно, но вечером на ночь. А почему именно в этот период дня? Вот, в конце дня и в начале? Мы вечером настраиваемся на следующий день. Да, по-моему, не все настраиваются. Это высокий уровень сознания настраивается вечером на следующий день. Обычно люди уже ни на что к вечеру калибы не настраиваются. Утром, чтобы правильное сознание задать сначала, смирение. Правильное сознание, потому что утром мы начинаем духовную практику. Утро начинается с духовной практики, надо побить тапком. Мы ленимся утром. Мы ленимся, и мы должны вспомнить, какие мы негодяи. Ум должен тапком побить. Вечером, почему вечером? Потому что за день мы могли совершить такую... Мы за день начинаем думать, я утром себя побил тапком. Какой я хороший вообще, я сумел. Ты сумел, ты молодец, молодчина, я продолжаю с тобой дружить, ты лучше всех. Никто так не смог. И потом дальше мы что-то за день, нам что-то удается, мы удачливы за день в чем-то. И к вечеру у нас может созреть такая гордость, основание для гордости. Поэтому снова тапок, нечем гордиться. Вот. Есть такая кукла, итальянская кукла, я забыл, как она зовут. Он с палкой сбитый, он бил свою жену, до смерти забил даже. По сути, это такой есть рассказ, такой, трагедия. Но он изображает его, он с палкой. Он такой бьет. Такая кукла традиционная есть. То есть добивать ум, чтобы он не гордился, потому что гордость сжигает плоды аскетизма. То есть пустым день окажется, если мы как бы проглотим эту гордость. Проглотим себя. Не надо проглатывать эту. Она может накапливаться, но глотать ее не надо. Понимаете, да? Вот. И вот почему дважды в день Бхактистан Сарасвати говорил. Вот. Мы знаем эту известную историю с Вишвамитрой Муни, который был еще не был Муни, был царем, который хотел стать браманом, совершал аскезы, там, что-то 30 тысяч лет, потом еще 30 тысяч лет. Совершал аскезы 30 тысяч лет, медитировал, тапасию, там, все. Вдруг ему птичка нагадила на голову. Или куда-то ему на тело капнула птичка, нагадила. Он взял, проклял ее и просто опустошил все свои, весь ресурс, который он за 30 тысяч накопил. За какой-то белой маленькой птахи. 30 тысяч лет на смарку. Просто вот так. И еще 30, опять повторил. Ну, куда уже? Вот, что делает страсть? Гнев человека. Ну, гнев – это уже невежество, конечно. Тамос – это в гневе люди незаметно
Гнев – это незаметный переход от раджаса в тамас. Сам по себе гнев – это тамагуна, это не раджагуна. Когда в гневе можем путать, люди могут путать. Гнев – это страсть, гуна страсти, то есть путеводная нить. В гневе там, в страсти вытаращенные глаза, активная деятельность, все как бы на взводе – это страсть, это типа хорошо. Нет, это уже тамас, это уже конец. Мы должны помнить об этом. Итак, Нарада Муни, Видура, под его влиянием Дритараштра сделал самое главное. Он не возгордился своей решимостью к отречению. Он тихо ушел, не пытаясь привлечь к себе внимание своим отречением. Это очень важно, это актуально для всех уровней преданных. Потому что Господь Шива говорит, что падение вайшнава сатвата-тантри, сатвата, сатвата – это святые. В другой части вед Бхактисиддханта Сарасвати цитирует, переводит их слово сатваты – это лучший из брахманов, которые еще не вайшнавы, но достигли высшей ступени брахманической культуры. Их тоже называют сатваты. Вот. Они противопоставляют себя преданному служению, но еще не преданные. И вот сатвата тантри, Шива, Господь Шива говорит Нарада Муни о том, что человек на уровне пхавы, пхава бхакти, его рушится только из-за одного, из-за гордости. Даже на таком уровне. То есть это актуально на всех уровнях. А цель садхана бхакти, практики преданного служения, чтобы достичь пхавы, регулируемое преданное служение, то, чем мы сейчас занимаемся. Цель – достичь пхавы, очиститься до уровня пхавы, освобождение от гун природы. Вот. Это всегда актуально. Вот. И, конечно же, надо оговориться, что в порывах иногда стать смиренным, преданные тоже, иногда люди перегибают палку. То есть гордиться, гордость, она всеядна. Гордиться можно всем, чем угодно. Тем, что там даже бедой своей гордиться можно какой-нибудь. Там, мы жертвы обстоятельств, посмотрите на нас. Гордость, она всеядна. А вот, потом можно, не только можно гордиться богатством там, и так далее, там, можно гордиться бедностью своей. Вот. Бхактивинод Тхакур в книге, это книги Бхакти Лока, это сборник его статей по нектару наставлений. Сборник статей Бхактивинод Тхакур писал статьи на каждый стих в своем журнале Саджана Ташани. На каждый стих «Нектар наставления Рупы Госвами». Потом это объединили, эти статьи, и появилась книга Бхакти Лока. Это ученик Бхактисиддханта Сарасвати это сделал. Сундарананда Бхакти Винод, Видья Винод, очень ученый человек, ученик Бхактисиддханта Сарасвати, он объединил, сделал эту книгу. Это статьи были. Там Бхактивинод Тхакур говорит, что зависимость от других, намеренная зависимость имеется в виду, это тоже анартха. То есть бедность, он говорит, бедность – это анартха, так он говорит. То есть, объясню, люди иногда, есть профессиональные нищие, имеется в виду это. Профессиональные нищие, и которые ради материального, из этих нищих здесь тоже две категории. Это нищие, которые ради материального достатка становятся нищими, зависят от других, это анартха. То есть одно из анартх – зависимость от других, целенаправленная. А второй вид этих нищих – это те, которые ради славы зависят от других, одевают одежды саду нищих. Вот. И чтобы вызвать в себе чувство восхищения к себе. Вот. Это все анартха. То есть зависимость от мнения других,
от славы, прославления других, от пожертвований других. Это все Анартха Бхактисиддханта Тхакур говорит. То есть преданный, он честно трудится, он не намеренно не становится нищим. Он честно трудится. Одно из качеств преданного, которое говорит Рупа Госвами, что определяет работу, чем деятельность преданного? Вот говорится, а чем преданный должен заниматься в жизни? Вот можно ли этим заниматься? И на, у гуру спрашивают, а можно вот этим я буду заниматься? Общий принцип дает Рупа Госвами. Преданный работает на благо других. То есть его труд приносит какое-то благо обществу, кому-то в обществе. То есть человек, который, например, на бирже торгующий, он не приносит благо других. Он потребитель, он спекулянт. То есть спекулянт – это и есть азартные игры, это общий принцип азартный, он спекулирует на чем-то. То есть он не приносит на благо других. Прабхупада говорит, лучше быть, как-то он говорит про женщину, Бхагавад-гите в комментарии. Он говорит, лучше быть простой уборщицей, да? Честный дворник. А, да, это, по-моему, в 17 главе, по-моему, Гиты, да, он говорит, гуны природы. Да, говорит, лучше быть честным дворником, чем шарлатаном, да. Вот. То есть преданный приносит благо другим. Он видит, и он выбирает свою жизнь, потому что сейчас варнашему нам, конечно, гуна карма, она важна, знать ее. Наше, как это, мы так станем, следуя нашей природе, мы станем более счастливы, так, умиротворение. На этом уровне, на психофизическом уровне мы как бы покойники можем обрести. Но принцип, мы должны понимать, принцип, преданный работает ради блага других. В высшем смысле это он распространяет сознание Кришны. Вот, в высшем смысле. То есть есть разные уровни смыслов, вот, но в высшем смысле мы распространяем сознание Кришны. Преданный даже, который работает где-то, не связан, его деятельность не связана напрямую, это дравия. Он зарабатывает деньги для того, чтобы иметь возможность служить Кришне, поехать в Дхаму. Скажите, кто может вот, ответить на этот вопрос? Почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили общинами, сельскими, ну, и были независимы в финансовом отношении. Зачем он хотел общины? Чтобы не было сатсанга. Ну, можно и так жить в храме, вот в этом доме, в Зеркагаре, в Заневке. Тоже все вместе, да, живут. Но это не сельскохозяйственная община. Служение вайшнавам круглосуточно. Можно жить в семье, каждый день служить мужу и жене. Тоже служение вайшнавам. Но... А ведическая культура – это земля, корова и бог в центре. Ну, земля, корова, бог. То есть в сельской общине можно на земле работать, корове служить? Можно одному делать это. Ну, почти близко, но вот есть конкретный ответ Шрилы Прабхупады, его спросили. Ну так, мы поразмышляем просто сейчас. Зачем нужны сельские общины для преданных? Вообще нужна... Ни от кого не зависеть, обеспечивать себя сами. Раз, да, мы независимые общины, это полуответа. Чтобы ни от кого не зависеть. Для чего ни от кого не зависеть? Зачем нужно ни от кого не зависеть? Не вкладывать свою энергию в какие-то вещи. Там, для чего-то обогащения. Тоже почти чуть ответы. Есть вариант? Хорошо. Шрила Прабхупада сказал, что просто было больше времени для духовной практики. Все. Прабхупада держал полностью в концентрации, находился по поводу главной цели всего того, что он затевает. Если мы независимы финансово, что вы правильно сказали, да,
У нас больше времени для духовной практики. Мы не рабы на земле. Сельская община не для того, чтобы как вот эфемерная какая-то вот, вернуться к земле, там, опять там. Это тоже отождествление материальное. Это тоже шудра вайшевское отождествление. Я человек земли. Человек так легко также и на земле забудет, даже если будет жить в глухом лесу со своими 5-10 тысячами сотками, он забудет, что он преданный Кришне. Легко. Конечно, как бы деревня создана Богом, город человеком. Это так условно говорится, по атрибутике какой-то. Потому что в городе большинство из того, что мы видим вокруг себя, это создано руками человека. Да? Нам ничто не напоминает о Боге. А на природе тоже в лесу мало что создано руками человека. Больше всего создано руками Бога, да? Так скажем. Поэтому напоминает о Боге. То есть снижает гордость за себя, как за человечество. Вот. Когда в городе живешь, больше гордости за себя, естественно, эта волна подхватывает тебя, и ты уже на этой гордости живешь, да, мы великие, мы люди там, и так далее. И город порабощает таким образом, что нет времени на духовную практику. Люди в дороге читают джапу. Факт. Факт. Вот. Но это низший уровень джапы. Вот. Мне преданные там с одной общины написали, я спросил, ну, переписываю, я говорю, как вы там поживаете? Я говорю, как вы, сколько денег тратите на прожитие, бытие? Она говорит, 1000 рублей на семью в месяц, на еду. Я говорю, как это? А вот так. То есть работают, преданный не бездельник, Прабхупада говорит, факт. Чувства должны быть заняты. Если они очень чрезвычайно активны, они подвержены, легко возбудимы, подвержены раджасу, их надо занять. Их надо занять тупо деятельностью, физическим трудом. Это труд физический, он очистит тело и чувства. Вот. Но главный смысл общин, Прабхупада говорит, главный смысл, я, по-моему, выкладывал в Кришнаитах, это письмо Шрилы Прабхупады, Мадхудвиша, по-моему, он пишет, я не помню, кому. Об смысле истины, смысле общин. Быть независимым ни от кого. Быть независимым. И это не главное. Это примечательное, что независимость. Вот. Но это не главное. Главное иметь больше времени для духовной практики. Посмотрите, венгерская община Шиварам Махараджа. Там 10% всего работают на земле. Все остальные распространяются Санкиртане, распространяются Хари Кришна, поклоняются божеству. Там, по-моему, сколько там, всего 100 человек, 10 человек занимается на земле. Это там, где там несметные какие-то там гектары у них. Вот. И для того, они независимы, но главное, у них много времени для духовной практики. Для духовной практики много времени. Вот. Это в этом смысл вообще. Конечно, подать пример другим людям, когда люди увидят, что есть возможность не так напрягаться, не работать, как вьючные животные там, с утра до ночи. Поработал, занялся духовной практикой. Не надо утром никуда спешить, там, понятно. Утром встать, корову подоить, это хорошо. Подоил корову. Говорится, взглянуть на цвет йогурта, это уже предрасполагает благость. Утром, когда встал, надо посмотреть на йогурт, говорится. Это один из способов влечения язвы желудка по аюрведе. Надо посмотреть на йогурт. Реально лечит, говорят, лечит. У меня нет язвы, но те, у кого она есть, говорят, да, действительно, она перестает беспокоить язву. Так, раз на йогурт. Я говорю, ты что, баночку открываешь? Нет, это цвет такой белый, да, помогает. То есть утром встал, подоил корову, там что-то еще сделал, спокойно прочитал джапу без мысли о том, что так, надо сейчас лететь, успеть на автобус, там увидеть рожу этого начальника, которому давно в него хочешь дать, чем кулаком каким-то, или так далее. Ну, что на джапе вспоминать будешь? Человек на джапе вспоминает только две вещи. Какой он хороший и какие остальные все плохие. Смотрите, вот если про джапу подумать, о чем мы думаем на джапе?
Ну, то есть обычно люди думают. Я говорю, по крайней мере, за себя. Ну, классический из опыта других нередкого. Люди думают о двух вещах. Умный на джапе либо себя прославляет, тебя прославляет, либо ругает остальных. Третьего, говорится, не дано. Пока в гунах природы. Пока. Для этого надо просто слушать в духе смирения, как слуга читать святое имя, повторять как слуга, со вкусом повторять святое имя. Залог возможности избежать оскорблений, читать святое имя со вкусом, со смаком, кушать, да, также читать со вкусом святое имя. Даже если вкуса нету, надо читать так, как если бы он есть. Вот, с энтузиазмом. Как разные эмоции, их можно пробудить. По Станиславскому, как гнев пробудить? Как вот действительно сыграть, возбудить себе гнев, когда гнев у тебя, в принципе, ты играешь со своим партнером, который ты друг по жизни, вдруг ты должен на него разгневаться. Приведем пример. Надо сжать руку в кулак и двинуть по столу. Это способ, работает. И эмоция начинает пробуждаться. Как от удара двух кремниев выбивается искра. И этот же принцип работает на духовных вещах. Не то, что мы можем имитировать. Конечно, если мы пытаемся... чем плохи сахаджи? Те, которые имитируют игры с Кришной. Как будто, как если бы они уже там в играх Кришны. Они пытаются заскочить, запрыгнуть, знаете, так сказать. Раз, на трамвай, как на подножку, на отходящий трамвай, быстро запрыгнуть и проехать зайцем. Их принцип таков. Они говорят, достаточно себе представить, что ты спутник Кришны. Помнить об этом, что ты спутник Кришны, и так себе представить, кто ты. И тогда все пробудется. Нет. Это большое заблуждение. Вроде как логично, но на самом деле нет. Если углубиться в это, мы не будем сейчас в это углубляться, а потом углубимся в другой раз. То тогда можно понять, что это противоречит всем заветам и шастрам, и заветам ачарьев. Нельзя, так сказать, как преданные по неосторожности когда-то там во Вриндаване ходили к Бабаджи на Радхакунду. Бабаджи – это уже имя нарицательное. Бабаджи Радхакунда – имя нарицательное. Значит, кто-то там, дедуля сидит, который там тебе дает свою сварупу. И преданные некоторые сходили на Радхакунду, там, соблазнились этим, и как-то на классе Шрилы Прабхупады, Прабхупада дает Бхагаватам, и преданный сидит такой, так шеей начинает. Прабхупада говорит, ты чего? Он говорит, а я павлин у Кришны. Я в духовном мире павлин. И вот он другой там кто-то там корову ему сказали, ты корова там. И, короче, человек начинает атрибуты. Наверное, колокольчик себе повесил, не знаю. Какие-то другие атрибуты, там, мальчик-пастушок, там, сразу дудочку. Нельзя этим так заскочить. Но в отношении святого имени мы должны его повторять со вкусом, даже если у нас, как если бы он был бы. Это очень тонкое и очень существенное правило для повторения святого имени. Повторять его со вкусом. Кушаешь и причмокиваешь, даже если ты еще не распробовал ту еду, которой тебя угощают. Можно не распробовать, да, правильно? Можно. Есть такое чувство, понятие такое, да, такое явление, как сидишь, ты ешь, но ты еще не распробовал еду. Еще не понял, не уловил все эти оттенки, эти детали, грани все. Вот. Но ты уже причмокиваешь. И это пробуждает истинный вкус тоже. Вот. Поэтому мы заключим на том, что позволяет, вот что нам может принести вот эта история с Дритараштрой и Видурой. То, что общение со святыми, оно способно вытащить живое существо с любых сочетание гун природы. Сочетание гун природы
основном 91 их сочетание, да, есть. Три в третьей степени, да, три гуна материальной природы, три в третьей степени, 81. Так что 90. Три в третьей. Три жгуна природы. В третьей степени. Это такое разнообразие. Минимальное. Это как бы базовое разнообразие. Калейдоскопа, гун природы. Картинок всех. Всевозможных вариантов. Вот. Так дальше на вселенском уровне их 8 400 000 относительно формы жизни. Разнообразие гун природы 8 400 000 по формам жизни. Вот. Так далее. Вот. Так что это в нашей вселенной, где Брахма 4-головый. А есть Брахмы 100-головые, 1000-головые. Там другие вселенные. Она самая маленькая вселенная у нас. Ну, одна из самых маленьких, потому что есть Брахма 1-головый. Вот. Так что. Вот. И общение со святыми нас может поднять на любой уровень. Просто вспоминая об их действиях, о том, как они себя вели, не обязательно даже помни, не всегда мы можем помнить их наставления, как-то дословно медитировать на них, хотя это стоит делать. Просто помнить о том, об их поступках, как они поступали в тех или иных ситуациях. Вот. Мы можем возвышаться. У нас, что значит возвышаться? Что такое возвышаться? У нас пробудится желание быть такими же, как они. Не ради престижа, а ради того, чтобы сделать приятное Кришне. Вот. Так что и помнить о том, что гордость всеядна. Она убивает все. Рано или поздно. Вот. Хари Кришна. Если есть вопросы, можно что-то. Обсудить вкратце. Сегодня пятница, да? Ну, если нет вопросов, тогда мы закончим. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Гранта Радж Шримад Бхагаватам ки джай. Гаура Премананда. Хари Харибхау.